Итак, друзья, перед началом нашего ролика мы бы хотели спросить, написать в комментарии, как вы проводите лето. Вот, нам будет очень интересно. Также подписывайтесь на наши каналы, все ссылочки будут в описании. Вот, да, Ферончик. И, короче, этот, ребят, если мы наберем большое количество лайков, то будет продолжение этого сюжета. Давайте просто удивите количеством, мы не будем просто просить вас, просто удивите нас. Да. Поставьте. Да. Ребятушки, переходим к просмотру. Поставьте лайк заранее, но мы поехали. Поехали, у-ху! Папа, папа, мы из-за тебя в тюрьму попали. На тебе, на. Успокоились, все нормально, я вернулся. Батя, ты дебил. Слушайте меня, тихо. Да. Все, слушайте меня. Я вернулся в свое место обитания. Свое место обитания, и поэтому сегодня мы зададим им тут жару. Конечно, ты дебил, тебе зададут жару. Согласен, батя. Я вам обещаю. Тебя вся тюряга будет бить, дебильный. Мы отсюда сбежали, дурак. Согласен. Ну все, ребят, мы приехали. Открывай, открывай. О, это что за мусор идет? Это мусор, открывай. Спускайтесь аккуратно, мусор, давай. Сан. Так, ты попробуй меня убить сейчас. Тихо. Отходите, быстро все отошли. И, идите вон туда. Давайте номер. На вход. Ты что, вроде смотри, мистер мусора? Что за армянин, смотри? На вход идите быстро. Смотри, у него одна прошлая. Погнали. Отходите. Давайте быстро выходите. Не трогайте, дети, тут много хочу, тихо. Хорошо. Ой. Хорошо. Так, все. Господин начальник. Вот, в общем, ваша камера. Замолчите, дайте мне все сказать. Господин начальник, куда нам дальше идти? Он в ту камеру. Быстро. Скорее, скорее, а у вас, ребят. Что тут по петушным движениям? Все хорошо. Заходите. Все хорошо? Да-да-да, сейчас ХГшек проведем, все будет хорошо. А тут соблюдается чистота в данной камере. Томер, зайди домой, ты что такой непослушный, а? Блин, тут так классно, я попрыгаю на кровати, пожалуй. Папа, это наш новый дом. Все, отлично. Да, это ваш новый дом. Теперь слушайте меня. Папа, здесь намного красивее, чем у нас в доме было. Заткнись. Теперь слушайте меня. Даун, ты чего обижаешь моего брата? Вот именно, слышь, папа, на тихо, тебе. Тихо, у него какой-то план, тихо. Хорошо, слушай. Дети, слушайте меня. Я тут пробыл 17 лет и 3 года, как вы все знаете. Ты хочешь шторм, помнишь? Пап, мы здесь один день только. Да ты просто внебрачный даун. Так вот, дети. Ты просто в то время. Я вам обещаю, мы сбежим отсюда сегодня же. Видели того мента? Да. Он мне чем-то напоминает моего старого кента. И чё, да. Он обоссанный, да? Возможно, если это тот, если этот, да, если это тот, о ком я думаю, то мы с тобой, мы с вами сбежим просто на изах. Кто меня трафит? Хорошо, бать. Чё это такое, слышите? Теперь все умылись, все умылись. Чё за сундук? Ой, где сундук? Чё такое? Вот здесь. Как, сундук? Дайте батю взять. Ну-ка, чё там есть? Дайте батю взять. Это тайник какой-то. Что? Куда этот придурок делся, кстати? Эй, мусор! А? Мусор! Ребята, как мы отсюда выйдем? Так, 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 тихо, тихо, все молчите. Быстро молчите. Тихо, дети! Никаких. Поняли? Сейчас пойдете в камеру с ХГшером или иначе. Давайте, выходите, сейчас с ХГшером перейду. Так, не бей меня, уйди обратно. Иди обратно. Да, да. Домер? Ты, Домер! Домер, ты куда? Тут, Домер, иди сюда. Не заходите быстро сюда в эту камеру с ХГшерами. Все, все к ХГшерам. Мы в качалку. С ХГшером заходите. Мы все. В качалке, мы пришли к турничкам. Да. Смотрите, тут... Все, тренируйтесь, ребят, о, давайте. Бигмен, здорово. Вот ваши ХГшеры, можете развлекаться. Ферончик, 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 давай потренируемся. Вставай к стене, давай, вставай к стене. Давай. Алло, ты что делаешь? Я смотрел на ваши это глаза. Это мой сын, что хочу. Ну да, давайте. Законом запрещено. Так, ну что, ребят, пошлите гуляй дальше. Сейчас будете гулять. Давайте, заходите. Бегу, вот сюда. Гулять, гулять, гулять. Пройдите. Так, кто меня тронул? Бегу. Ты меня тронул, да? Нет, это был я, это что? Сейчас пострелю. Хей, хватит. Смотри, у меня кинжал есть. У меня кинжал есть. Так, ребята, идите гулять. Быстро идите гулять все. Не отклоняйтесь от курса, давайте. Все. Теперь вы сейчас здесь будете гулять, я вас пока что здесь посмотрю. Давай деньги, урод, давай деньги. Давайте. Да, 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 быстро, быстро, быстро. Так. Что такое фокус? Ну? Это ты что ли? Фокус, что такое? Так, кто прошел там? Мне кажется, кто прошел Домер, возвращайся быстро обратно на улицу, гуляй. Дети, дайте мне поговорить с мистером полицейским. Китуха, это ты что ли? Посмотри, по бровям узнаешь ты. С тобой сидели, ну? Бля, что срок. Ну и чё? Что хочешь? Короче, у нас тебе план. Не хочешь вернуть, не хочешь взяться за былое? Ну, мы хотим ограбить банк. Какие предложения? Всей командой. Ты нам помогаешь отсюда, ты нам помогаешь отсюда выйти, а мы тебе дадим долю ограбления. Сколько? Сколько? Сколько награбим, сколько и дадим? Ну, возьмем старое. 50 на 50. Мы с тобой в 98-м, помнишь? Окей, 50 мне, все остальное вам. Пошлите. Окей, окей, 50 на 50, давай. Давайте, так аккуратно, сейчас нас могут заметить. Хорошо, ну что, давайте. Мы сейчас идем гулять. Аккуратно. Давайте. Проходим. Все. Тихо, тихо. Главное, не стрелите курицам в глаза. В натуре, бать, это он, что ли? Все, пошлите. Да он, я же тебе говорил, это кинтур. Давайте, быстро, быстро идете, ребят. Алло. Я вас просто веду сейчас на улицу. Так.
Все, давайте. Делай вид. Так, подождите. Так. Ну, фокус, ты немного палишься, вот тебе нагрудник. Будешь якобы нашим. Все. Отлично, пошлите. Аккуратно, а ну-ка пошли, мелкие хулиганы. Давайте. Алло, не трогайте меня. Так, 5 секунд надо отметиться. Ребятки, попрощайтесь со своими бывшими корешами. Здорово, кентухи, всем пока. О, все, выходите. Привет, пока. Так, Домер, зачем ты запер своих? Домер, зачем ты их запер? Все, ребят, пошлите. Отлично, можете выходить. Отвези нас на эту точку. Скорее. Нет, вы что, ребят, алло, нас могут заметить, ребят. Нас могут заметить, так что без фар. Едем без фар, все. Давайте. Так, все, сюда и поехали. Без фар, я сказал. Алло. Все. Поехали. Так, без фар. Сейчас 5 секунд я вырублюсь электронику. Все, давайте, поехали. Поехали. Погнали. Юху. Пауза. Вырубли фары. Все. Ну что, куда мы едем? Ночь уже наступила, ничего не видно. Давай наугад, налево. Найдем что-нибудь. Там нужно дом найти. Окей, давай. Так, пока что немного пострелю, но там какой-то лес. Знаешь, мне кажется, там нет города. Значит, напрямо, друг. Угу, давайте отлично. В деревню заедем, там как раз нужны коровы быть. Батя, меня сдувает. Что такое? Стой. Домер выпал из багажника. Домер? Так, ребят, где же он? Вас было больше. Его не видно. Ну и ладно. Домер выпал из багажника, кажись. Ладно, дядя, он все равно был. Так ты не сказал, Слай, откуда ты взял такую машину, дядя? А? Ну так купили просто с пацанами, чтобы вот как раз таки вас спасти. Это мой кентуха, да, Слай? А вы думали? Да? Слай, кентуха. Кентуха мой, Слай. Ну да. Пошлите, давайте домой. Дети, мы для вас с Слаем приготовили уже давным-давно хату, где мы будем жить и готовить наше преступление века. Что ж, залазим. Я упал. Ой, дядя Слай, ты не привыкай. Очень рискованно здесь. Все, поднимайся. Так. В общем-то, что ж, в этой комнате должен был жить наш покойный сын. Ну ладно. Ну и ладно, он дебил. В общем, надеюсь, знакомься. Это компьютер, где мы будем считать базу банка. Там еще есть. Как красиво. Я видел вот в той вот комнате что-то такое. Что там такое? О, топ-стримерское место. Вау.